Крендель, ты точно знаешь, что можешь сам ребенка уложить? Да точно, давай иди. Ну смотри, сам напросился, никто тебя не понуждал. Похавать ты не забудешь ему дать перед сном? Да не забуду, давай иду отсюда. На ночь синюю сёстку без кольца, помнишь? Ночничок не забудь оставить гореть. Смотри, батя сейчас еще придет. 3, 2, 1. Забыл, что хотел сказать. А, вспомнил, это как его это, ну, фак. Ладно, вспомню, позвоню. Стой! Мамашка наша пошла с подругами бухать. Мамаша уже целый год не бухала. Какое нафиг бухать, Ляська приехала, я хотел с ней кофе попить 15 минут. Окей, а что вернулась-то опять? Так человечка-то я вам на ночь оставить забыла? Ну, короче, человечек с воблой в спальне. Имей в виду, я ушла. Бай-бай, пока-пока. Что за человечек с воблой, ты в курсе? Согласен. Эй, человечек с воблой, выходи. Где страшный человечек с воблой? Он, наверное, здесь. Сейчас посмотрим. Страшный человечек с воблой, выходи. Человечек с воблой. Человечек с воблой плачет у оглобли. Серый дождик каплет прямо на копье. Ты опять не переместилась, зараза? Транклютирую. Вот это и вот это называется человечики по-украински. Вот человечек с воблой на ночь. Так и знала, что ты тормозишь, пришлось вернуться. Да, точно, переходим всей семьей на украинский. Бачив, дядько-батько, шо відбувається? Дурак! Просто по-русски это называется комбинезон. Дурацкое слово, не люблю. Что-то среднее между комбайном и аккордеоном. Лучше уж человечики. Ладно, я пошла. Задолбали вы своей неорганизованностью. Нашей неорганизованностью. Не маразма морганизованностью. Не оргазма газированностью. Не могузна говнализованностью. Это кто это там? Ты откуда? Как ты? Я ж тебя это. Че ты тут делаешь? Вы же без меня тут ванну-то не помоете чай. Так и полезете голой жопой в говно. Я вас знаю, чувыру. Вспомнил. Еще. Проваливай. Ну стой, подожди. Плавательный подгузник случайно не одень. Знаю. Погреть молоко не забудь. Помню. А салфетки-то влажные, знаешь где? Конечно. Грязную соску в рот не пихай. Блин, иди уже. Че ты там высматриваешь? Одеялка мишками поперек. Помнишь это? Поперек. Простынку по краям направить, знаешь? Да знаю, ну хватит уже, иди. Блин, ну Масяня, ноги тебе оторвать мало. Бэби-сенс включить не забудь. Вот забыла. Закрой уши, папе нужно выкрикнуть пару плохих слов. Срочно и громко. О, наконец-то, 1.5 часа я ее жду. Привет, Ляшка, извини, забегалась, извини, задержалась, слушай, ну как дела? У нас все нормально, прекрасно растет, хмырь. Слушай, я побежала, там у меня мои черные чон творят. Пока, извини, что так быстро. Что это было, пух?